ребята. Такая красота внутри под льдом. Ай! Мы снимаем пробный материал. А, я очень замерз. Я придумал, как фотоаппарат поворачивать. Я не знаю, как Жеке, но, наверное, ему хуже. Мы снимаем пробный материал для лирик-видео «Флюгеры». Давай вверх уже! А, нет, я спущусь к тебе сейчас, да, давай. Мы замерзли. Снимаем очень классные, красивые природные явления, как снег, сугроб, ветер и цветочки, которые засохли, замерзли и колышутся на этом ветерке. Посмотрим, что получится при монтаже. Все белое и слишком белое, поэтому будем пытаться выводить какие-то красные ягодки и желтые лишайники на порядок контрастней. Посмотрим, что получится. Жека, тебе привет.